В начале лета Волгоград посетят эксперты ФИФА. Они дадут оценку подготовке города к проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Власти всех уровней называют выпавший нашему областному центру шанс как уникальный. Принять у себя футбольного первенства планеты позволит преобразить Волгоград, развить его инфраструктуру и напомнить о городе как о привлекательной точке туристического маршрута. А что думают об этом сами волгоградцы? С этим вопросом корреспондент телекомпании «Ахтуба» обратился к жителям региональной столицы. Это здорово, на самом деле. Почему? Ну, потому что Волгоград является далеко не из последних спортивных городов, с богатой историей. И вообще сам по себе город-герой, город Сталинград. Мы бы очень рады были проведению футбола именно в нашем городе. Настроение праздничное, и гости будут. Хорошо, положительно. Почему? Ну, потому что это, во-первых, для города инвестиции и вообще само по себе. Ведь мы можем тоже на футбол сходить. Я так думаю, город облагородит, да, стадион построит. Я хотя не болельщик, но все равно приятное событие. Больше возможностей, люди потянутся в спорт по-любому. Замечательно, наш статус будет города больше. Ну, то, что, во-первых, у нас хотя бы сделают, может, дороги сделают, посадят больше деревьев, будет чище в городе. Спорт – это вообще классно, это же здоровье, и дети – наше будущее. Поэтому чем больше людей будет участвовать в этом, смотреть, и тем, значит, детей больше пойдет заниматься спортом. Ну, наверное, стадион новый построят. Ну, вообще будет очень хорошо, потому что людей-то много приедет сюда. Надо что-то показывать. Может, дороги сделает. Ну, вообще, я не патриот футбола, но я думаю, важно. Ну, конечно, да. Новые объекты, гостиницы. Может быть, уровень как-то в городе Волгограде повысится.